Он уже поймал рыбу? Твоя книга? О, да, поймал. Значит, хэппи-энд, да? Не совсем. Старик поддался искушению, хотя давно надо было покончить с этим. Почему же он просто не отпустил ее? Потому что таков этот старик и такова эта рыба. Ты такой, какой есть. Такова жизнь. Старик, раньше тебе не приходилось страдать такой фигней, а? Это точно. Спишешь мой долг, когда закончишь? А ну, открывай кассу, живо. И отдай мне кольцо. Нет, оно мамино. Прошу вас. Все хорошо, Дженни. О чем сейчас читаешь? О рыцаре в сияющих доспехах, который живет в мире, где больше нет рыцарей. Мое кольцо. Ты можешь быть кем захочешь, изменить свой мир. Я обещал себе, что больше никогда не буду этим заниматься. Но когда я вижу, что с моими знакомыми поступают несправедливо, я не могу бездействовать. Я здесь из-за девушки. 16 секунд. Девятнадцать секунд. Ты убил не сутенеров. Ты вывел из игры основной костяк мафии Восточного побережья. Этот парень профессионал. Я хочу знать, кто он на самом деле. Он не остановится, пока не убьет всех, кто тебе дорог. В этом замешаны важные Достаточно, потому что я могу продолжить. Кирпичик за кирпичиком, труп за трупом. Что ты видишь, когда смотришь на меня? А ты, когда смотришь на меня? Великий уравнитель. Слышал поговорку? Никогда не грабь банки, если напротив продают самые вкусные пончики в округе. Это не поговорка. Нет, поговорка. Не поговорка, так и есть, я не спорю, но это не поговорка. Это поговорка, чувак. Пошли. Все на пол. Запускаю. Уходим быстро. Как думаешь, сколько здесь? 40 миллионов. 40 миллионов долларов? И у меня для тебя плохие новости. Что это значит? Значок? Управление по борьбе с наркотиками? Universal Pictures представляет. Офицер Марко Стигман. Вы в курсе, что Бобби Бинс из управления? Оказывается, Стиг не так-то прост. Ты знала, что он из разведки? Тебе стоит отойти от дел. Отвали! Скучал по мне? Так, на счет три отпускаем друг друга. Идет? Ладно. Раз, ага. Два, три. И ты думал, я тебе поверю? В банке нас подставили. Нужно выяснить, чьи это были деньги. То есть мы будем работать вместе? Нет, нет, не будем. Да, мы будем работать в одном городе. То есть вместе. В одном районе. Вместе. Вы ограбили ЦРУ. Где деньги? Там, где вы их не найдете. Этим летом. У вас 24 часа, чтобы вернуть мне деньги. Ну и... какой у тебя план? Он у меня есть. Я в состоянии придумать план. Я и не говорю, что ты не в состоянии. Так какой? Я работаю над этим. Сматываемся. Это и есть твой план. Эффект неожиданности. Видел бы ты свое лицо. Уверен, что ему можно доверять. Дензел Вашингтон! Кто они? Они угрожали моей семье, а теперь хотят убить меня. Я тебя понимаю. Марк Уолберг! Что я тебе сделал? Кроме того, что чуть не застрелил. Время вышло. Это достаточный стимул? Более чем. Берегись.
Есть правило. Сражайся до последнего. За того, кто сражается бок о бок с тобой. Два ствола. Дай ключи. Давай. Возьми сам. Эй, обязательно так делать? Ключи. Ты не отстанешь? Да, так что давай ключи. Со 2 августа. За последние 6 дней в Мехико было похищено 24 ребенка. Вы многих детей защищали, мистер Криси? Ну, не знаю. Телохранители должны сближаться с теми, кого защищают. Это не в моем вкусе. Ты профессионал. Это он оценит. 16 лет военной карьеры, антитеррористические операции. Что у тебя с рукой? Я таким родился. Неправда. Все, больше никаких вопросов, поняла? Пита хочет подружиться с вами. Мне жаль, что люди нуждаются в вашей работе. Мне тоже жаль, сестра. Он похож на медведя. Да? Большого, грустного медведя. В твоей жизни случались гадости, Криси? Неужели, а? И какие же? Такие, как женитьба на мне. Криси, ты улыбнулся? Пита? Пита! Беги! Что вы будете делать? То, что умею лучше всего. Я разыщу их. Всех, кто сделал это. Всех, кто связан с этим. Всех, кто заработал на этом. Я посмотрю им в глаза, и я убью их. Расскажи мне о Крисе. Я хочу его понять. Человек может быть художником в любой области. Важно лишь то, насколько он хорош. Искусство Криси — смерть. И он готовится нарисовать шедевр. Гнев. Он был одним из лучших агентов ЦРУ, пока не вышел из-под контроля. На его счету смерти многих агентов. Этот человек сам не придет в американское консульство без веской причины. Ну как дела в Кейптауне? Объект ЦРУ, Южная Африка. Слышал, открылась новая вакансия. Вакансия одна, кандидатов 37. У каждого оперативного опыта больше, чем у тебя. Откуда опыту взяться, если я круглые сутки торчу в 4 стенах? Это Вестон, слушай. У нас важный гость. Не может быть. Это Тобин Фрост. Выруби все камеры в помещении. А это законно? Пошел! Вспомни правило номер один. Ты в ответе за своего гостя. Я твой гость. Они пришли за мной, но я нужен им живым. Не сдавай меня. Время уходит. Тик-так, тик-так, тик-так. Эй! Эй! Залезай! Ты шутишь? Нет! Лезь в багажник! Секретный объект обнаружен. Следуйте протоколу. Кто нас преследует и зачем? В первую очередь тебе следует понять, как было совершено нападение на твой объект. Это был секретный объект. Но они знали, где нужно искать. Кто-то слил информацию. Кто-то, кого ты знаешь. Не пытайся меня убедить. Я уже убедил. Теперь они работают вместе. Думаю, Вестон на его стороне. Ради правды. Ты не знаешь, сколько у тебя врагов. Ты должен дойти до конца. Можешь оставаться слепым, а можешь раскрыть глаза. Я за
завершу начатое. Именно этого я и хочу. Код доступа Кейптаун. Смотрите в кинотеатрах. Нам нужен человек твоих талантов. Я не продаюсь. Дал присягу уоррент-офицера. Умоляю, помогите. Нас выгоняют из собственных домов. И режут, как скот. Ты хочешь отомстить? Мне нужна справедливость. Но сейчас я готова мстить. Есть работа. Желающие найдутся? Трудная? Более чем. Мне понадобятся лучшие бойцы. Сколько у тебя людей? Позвольте, я вам кое-что покажу. По-моему, это медведь. В человеческой одежде. Думаю, мы друг друга поняли. Свора грязных бродяг. Скажи боссу, если ему нужен этот город, пусть идет ко мне. Ради чего ты ведешь чужую войну? Эти люди заслужили справедливость. Стреляй, давай! Полагаю, у гробовщиков работенки прибавится. Все это очень плохо кончится. Вы должны ненавидеть свою мишень! Сколько, говоришь, людей? Великолепная семерка. Доброе утро, Твина. Доброе утро, командир Уитакер. Список пассажиров. 102 человека на борту. Ну что ж, мы готовы к взлету. Как самочувствие, Уэб? Вы там наверху сделали что-то невероятное. И спасли кучу людей. На себя штурвал! Я потерял управление! Мы падаем! Готовьте пассажиров к посадке! Посадив самолет, вы совершили чудо, командир. Впереди только дома! Слушай, Эван, слушай меня! Уводи нос вниз! На 10 000 мы стали разваливаться. Мы перевернем самолет. Что значит перевернем? Готов? Поехали! Скоро. Я в списке, малышка. Там снаружи куча журналюк ненормальных. Ты у нас как рок-звезда. Тебя теперь до конца жизни в барах будут бесплатно угощать. Капитан Уитакер — настоящий американский герой. Это Хью Лэнг, адвокат из Чикаго. А зачем нам адвокат? Помните, у вас перед полетом брали кровь на анализ? Они обнаружили повышенное содержание алкоголя. Это попахивает пожизненным. Обладатель премии «Оскар» режиссер Роберт Земекис. Суд состоится через 10 дней. Вы оказались под микроскопом. Вы что-то скрываете? От режиссера фильмов «Форест Гамп» и «Изгой». Вы меня застрелите? Или я могу войти в дом? Да, входите. Я застрелю вас в доме. На то была воля Божья. Что же это был за бог? Наши следователи подтвердили техническую неисправность. Власти посадили 10 летчиков симулятора и смоделировали вашу ситуацию. Все они разбили свои самолеты. Посадить самолет смогли только вы. Вы спасли мою маму. Я хочу поговорить о днях, предшествовавших инциденту. Все это невыносимо, я погибаю. Кто ты такой? Вечером перед полетом я пил. Уитакер знает, что его ждет тюрьма. Мои клиенты не садятся. Это неправда, Уит. Неправда. Обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Я вашу жизнь спасаю. А это жизнь? Зяка резко падает. Внимание, садимся. Никто бы не смог посадить самолет, как я. «Экипаж». Автор сценария Джон Гриттинс, режиссер Роберт Земекис. Скоро в кино. Тридцать семь тому назад война расколола небеса.
Выжили немногие. Их единственная надежда в моих руках. Снимай рюкзак, только без фокусов. Еще раз дотронешься, останешься без руки. Да будет проклята земля во спасение наше. Ибо из земли были мы взяты. И в прах обратимся в конце. Я предупреждал насчет руки. Фильм «Братьев Хьюз». Этот городишко только начало. Не хватает только книги. Он не такой, как все. Ты не заставишь его плясать под твою дудку. Даю последний шанс. Подчинись или закопаю. Мне не нужны неприятности. Проверим. Никто, кроме меня, ее не трогает, ясно? А он мне нравится. Пристрели его, пожалуйста. С 21 января. Обучи меня. Одни готовы за нее убивать. Соберите отряд и найдите его. Вернись в дом. Он убьет любого, чтобы ее защитить. Закрой глаза. Это не бандит какой-нибудь, а обычная баба! Дензел Вашингтон, Гэри Олдман, Мила Кунис. В фильме «Книга Илая». Ты должен верить. В кинотеатрах с 21 января. Нью-Йорк, 1968 год. В бизнесе самая главная честность. Взятки. Вымогательство. Верно сделал, трудолюбие. Убийство. Рэкет. Семья. Помните о своем прошлом, своих корнях. А это кто такой? В этом мире вы те, кем сами себя считаете. Одно из двух. Или ты авторитет, или ты никто. Брат мой. По мотивам реальных событий. Враг Америки номер один. Это наркотики. Моя компания продает товар лучше, чем у конкурентов. По цене ниже, чем у конкурентов. Они нарушают естественный порядок вещей. Судьи, юристы, копы, политики. Если в страну перестанут поставлять наркоту, тысячи людей останутся без работы. Фильм Ридли Скотта. Данные моего расследования показывают, что Фрэнк Лукас в наркоторговле поднялся выше мафии. И продюсер обладателя премии «Оскар» Брайана Грейзера. Он закупает наркотики в Юго-Восточной Азии без посредников и использует американские военные самолеты для ввоза первоклассного чистейшего героина на территорию США. Ни один черный не сделает того, чего не сделала наша мафия за 100 лет! У нас проблема, брат. Мы можем уехать, куда захотим. И что мы будем делать? Бежать, прятаться? У американской мечты. Здесь мой дом. Здесь мой бизнес, моя жена, моя мать, моя семья. Это моя страна. Я никуда не поеду. Есть оборотная сторона. Должен быть порядок. Важнее любой человеческой жизни порядок. Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу. Клянусь, сейчас вытащу пистолет и всажу пулю в твою чертову башку! Пытались убить мою жену! Обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. За мной Гарлем. Я не бросал Гарлем. И Гарлем не бросит меня. Фрэнк Лукас, самый опасный человек на улицах нашего города. Гангстер. Скоро на экранах. Ждите здесь, я осмотрю место преступления. Детектив Линкольн Райан был ведущим криминалистом Нью-Йорка. Но несчастный случай сделал его инвалидом, лишив моральных сил. Конь на 6. Теперь безжалостный убийца
Слышал о той паре? Сели в такси, до дома не доехали. Останови! Его труп нашли закопанным, из земли торчала только рука, а на пальце обручальное кольцо жены. И патрульный. Офицер Донахи успела сделать снимок важной улики. Помогают ему обрести смысл жизни. Расследуй это дело с нами. Криминалистика не мой конек. Скромничаешь или боишься настоящей полицейской работы? Она помогает ему осмотреть место преступления. Говори, что делать дальше. Посмотри, не оставил ли он следы обуви. Я так не могу. Можешь, я буду рядом на каждом шагу. Он помогает ей анализировать улики. Я тут нашла какую-то карту. Отправь все на мой экран. Место преступления подстроено. Подозреваемый тоже криминалист. Пока убийца не выбрал новую жертву. От режиссера прямой и явной угрозы. Плохое у меня предчувствие. По-моему, на лицо похоже. Третий элемент мозаики. Она рядом или внутри Woolworth Building? Там кто-то есть, она плачет. Подозреваемый еще может быть там. Я столько подсказок оставил, а ты ошибся. Дензел Вашингтон. Убийца на свободе и смеется над нами. Анджелина Джоли. Как же я хочу поймать ублюдка. Сюда! Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Игра окончена. Амелия? О, боже. Власть страха. Вечер добрый. Я водитель такси, отвез вашу гостью домой. Карточка ваша что-то не прошла. Заходите. Даже не спросите, как она доехала? Будьте любезны, ваши телефоны, планшеты или на что вы там записывали, как измывались над ней. Не повезло тебе сегодня, папаша. Смелей. Стартрек смотрел? Да, сэр. Не забудь поставить мне 5 звезд. Да, сэр. Роберт, я вот все думаю. Замечательно, что ты помогаешь людям, но так ты не заполнишь пустоту в душе. Кто ж тебе еще правду скажет? Кроме меня, у тебя друзей нет. Мак, Сьюзан убили. Она перешла дорогу опасным людям. Я проверил камеры наблюдений. Что-то не сходится. Мы чего-то не знаем. Кто ее убил? Ее заказали профессионалам. Они заметают следы. И не оставят после себя свидетелей. Ты не представляешь, во что вляпался. Не стоило тебе нас злить, папаша. Ошибаешься. Не стоило вам злить меня. Убив Сьюзан, они совершили непростительную ошибку. Обратной дороги нет. За ошибки надо платить. Великий уравнитель 2.